серьезное, но, видимо, говорят, что нужно беречь. Хорошо очень, Кущенко убегает после перехвата, 2 очка, легкий, 21-1, такой вот счет был. Ладно, возвращаемся мы в сегодняшнюю игру. Вот так вот проходит, через центр просто вырывается. Женя тут организует, Пимкин Сергей, и, видимо, еще не готов, скажем так, оказался. А вот так вот МИИТа против этой команды, против Блумберг, будет крайне трудно что-то здесь противопоставить. Но находит Фисенко под кольцом, там в окружении двух выкручивает, заряжает треху. И 12-3, пытается Мемфис отвечать, ну вот усилиями Федорова пока. Захотел сверху поставить, в итоге мяч выпрыгивает из кольца. Возможно, стоило здесь поаккуратнее. Акущенко свободно. Пламберс в этом формате. И нет, все-таки нет. И тут Кущенко подбирает. В итоге все-таки 3 очка оформляет в этом этот бросок. И ошибается МИИТ сейчас в этом быстром нападении. Вот так вот. Вот так вот. Мемфис тоже пока. МИИТ не успевает вернуться. Что тоже такая нечастая ситуация. Приженцев заряжает свободную треху, забивает Пламберс. Но это не мешает им перехватить в очередной раз мяч. Кущенко с трехи через руку. Да, вот так вот. Никого не вижу, никого не слышу. У МИИТа из угла Немиржицкий не попадает, к сожалению. Сразу же подбор, сразу же побежали вперед игроки Пламберс. И несмотря на то, что вроде набрать эти очки из десятки не получается. Ну вот так пытается сам для себя создать ситуацию. И в принципе очень неплохо. Вот Дмитрий неторопливую сыграть. С дриблингом сам заходит в угол на Беляева. Пока не бросает. Не бросает третий номер. А вот еще и перехват от десятого. Убегает он один в один с кольцом. И аккуратненько набирает свои очки. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Беляев заряжает треху, попадает Арсений. Совсем заслон как бы получил, в центр прошел, не забил. Сразу же отправляет Мемфис вперед мяч. И просто гениях своих, вообще по скорости, наверное, одна из самых-самых быстрых команд, в принципе, в лаве. И, ну, не попал. И Кунахович сразу в одно лицо проходит от кольца до кольца, по своего подбора забивает 2 очка. Через центр, хорошая скидка, очень неплохое движение, но там, в принципе, Невмержицкий прочитал эту передачу по лицевой, правда, перехватить не получилось. Беляев уже такое ощущение. Беляев отправляется на скамейку у Пламберс. Вместо него Кожаев выходит. Ну, а мы все женцев от нападения. Доиграть до конца. 5 секунд остается. Скорее всего, сам 9 номер будет завершать. Вот так вот. Остановку на 2 со средней. Ну и базер-битер. Первое нападение. Ну, в таком, в привычном стиле уже. От Пламберс врываются очень хорошо. Они в 3-секундную. Находят Беляева на дуге. Арсений заряжает. Все, разобрались со всеми точками. Куда нужно было ставить. Тем временем решает Пламберс ответить трехочком. У нас попадает, поэтому ничего удивительного. Раскидаль находит Федорова. Александр пытается тут продавить. Беляев хороший полукруг. Слишком расслабились. И вот сейчас как раз таки эпизод, в котором очень-очень много эмоций. Друг к другу вышел во второй. Сразу же тоже схватил фол. И сейчас еще один у 11 номера. Вот так вот. К сожалению, не очень приятно. У Пламберс Любимов возвращается. У Мемфиса Фисенко снова под кольцом. Получает очень хорошую передачу. МИИТ играет, не прилагая прям супер каких-то сейчас усилий. Хорошая передача от Кущенко. Свободная треха. От него взваивается Пламберс.
Ну вот так возвращает треха от Жени, заходит трехочков. Арсений на переднюю дужку, ну Кущенко просто прилетел там через голову, всех забрал и снова внизу мяч подбирает десятка. Очень классно отборолся. Сейчас как раз Никита встанет. Двадцатка уже, двадцатка у него и, пожалуйста, Индван забивает. Кунахович Дмитрий. Здорово находит он Кущенко. Опять-таки Мемфис не Перекрыжицкому. Евгений сразу же под кольцо на Кисляка не попадает. 29-й после неплохой передачи. Ну и Кущенко в отрыве. В этом нападении. Кущенко против Зубовича. В угол. А Кунахович хорошо очень вырывается в проходе. А вот так вот, может, и Кунахович Дмитрий в отрыве, ну, так положил скорее, аккуратненько сверху. Ну, не в Миржицкий снова получает, Беляев против него в защите уходит, спокойно достаточно от Арсения. Очень неплохая обратная передача от любимого, и забивает из-под кольца 44-й номер у Мемфиса. Вот так вот, дошел и сразу треху заряжает. Не в Миржицкий. Кущенко так его попытался прихватить, но не стал прям упираться. Федоров, отваливаясь от кольца. Но нет, ну а Пламберс в своей стихии, когда очень быстро бегут, забивает сейчас. Два. Не совсем удобная, конечно, сейчас там передача была. Через центр зашли до Федорова, доводят, не забивает Федоров, но подстраховывает сейчас. И свободная треха от Кунахович Дмитрия залетает. 81-39. Штрафной, к сожалению, не заходит. Сейчас последняя минута чистого времени у нас начнется. Второй сваливает.